В железнодорожном районе Самары водители, объезжая пробки, проложили свой путь через двор жилого дома. Скоростной режим соблюдается не всегда. Под колесами рискуют оказаться не только жители окрестных домов, но и ученики, расположенные рядом школы. Данила Маштаков просит установить знаки «Жилая зона» на участке от дома 45 по улице Пензенской до дома 41А по улице Владимирской. Присутствовавший на приеме начальник отдела дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самары Андрей Карпачев отметил, что схема движения будет разработана до конца года, а в начале следующего появятся знаки. Анатолий Петров проживает по адресу братьев Коростелевых, 4. В его доме не предусмотрено центральное водоснабжение. Поэтому во дворе установлена водоразборная колонка, из которой все местные жители набирают воду для своих нужд. Но теперь это невозможно. Уже месяца два уже нет воды. Ну, буквально полгода уже нет, вообще давления не было там. А два месяца назад вообще прекратило. Все это время жители продолжают исправно платить по счетам за услуги водоснабжения. Квитанции приходят, да. И до сих пор приходят квитанции. Ну, Данил нам присылает поквартально. Ага. То есть за квартал вперед. И то есть вот за то время, которое у вас не было воды, вам тоже прислали квитанцию? Да. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, в этом месте поврежден водопровод, вода уходит в грунт, место утечки устанавливается. Ресурсоснабжающая организация занимается поиском подрядчиков для проведения торгов на выполнение работ по устранению повреждения трубопровода. А пока для жителей открыта другая водоразборная колонка на пересечении братьев Коростелевых и Венцика. Татьяна Павлова обратилась к главе города с вопросом о переносе трамвайной остановки на пересечении улиц Нововокзальная и Нагорная. Ранее там можно было сесть как на трамвай, так и на автобус, что быстрее приедет. Теперь остановки находятся в разных местах. Жителям это неудобно. Это место пересечения Нагорного и Нововокзальная. То есть сюда было очень колоритно. Там достаточно серьезно постоянно совершались дорожно-транспортные происшествия, в том числе и на этих пешеходах и тому подобное. Поэтому мы разработали новую схему организации движения, которая предусматривала то, чтобы в этом месте, чтобы одну остановку там время перенести ниже, что мы, собственно говоря, реализовали. Начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самара Андрей Карпачев пообещал рассмотреть возможность переноса остановок ближе друг к другу. Но для безопасности пассажиров они будут размещаться отдельно. Анализ сложившейся ситуации ведется совместно с ГИБДД. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.